Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Ну что же, задание за растение. У нас, кстати, осталось совсем немножко, 69 уровней, и все, и мы с вами пройдем. И будем мы сегодня драться против профессора. Мозг-атака. Ну и я думаю, что мы, наверное, с тобой возьмем для начала... Можно взять, конечно, нашего огонька. Но я возьму бабаха, потому что здесь идет умножение билетиков 10x. Ох, профессор, профессор, сможем ли мы тебя одолеть? Вот в чем вопрос. Ну, проверим, на что он там способен. Ну, как мы знаем, он любитель добирать карты. И смотри-ка, что я здесь, друзья мои, вижу. Очень много возвышенностей. Так, ну я, кажется, уже предполагаю, чем это все аукнется нам. Этого мы с собой уничтожим. Давай смотреть дальше. Давай, давай. Че, профессор, все, закончились у тебя картишки? Или все-таки меня чем-то порадуешь? Ага. Порадует, и он выбирает танцора. Он выбирает танцора. Я даже и не знаю, как тут сделать лучше. Но если я вызову песика, он ведь будет сейчас кого-то выставлять еще, да? Размещает двух подтанцовщиков. Соответственно, вот этот чувак будет прокачиваться. Верно? Так точно, ребята, он прокачивается. Ё-моё. Да, мы сейчас с тобой здесь наполучаем. Хотя, мы знаешь, что можем с тобой сделать? Поставить сюда, например, мину. И посмотрим, что он на это скажет. А здесь я тебе 100% даю, либо сумоист будет, либо еще какой-нибудь подтанцовщик. Но мы этого не позволим. И кто тут, посмотрим сейчас. Ага. Была, да, ребята, именно из подтанцовки. Ну что же, уничтожаем этого зомби. И три в лицо ему сейчас еще и врежем. Вот так вот, молодец, песик. Нам досталась виноградина. Ой, как хорошо, ты посмотри, просто чудно. Как раз здесь виноградинка моя и сработает просто на отлично. Смотри, бамс. Все четенько. Так, я смотрю, мозг-атака сразу взгрустнул, потому что картишек-то у него нету, хотя он может сделать добор. Об этом тоже не стоит забывать. Опять танцор. А вот здесь вот будет похуже все дело, да? Если я, например, сделаю вот таким вот образом. Чтобы не прокачивался этот хонорик, я поставил сюда ягоду. А вот это, конечно, плоховато. Ну что, песик, тебе придется погибнуть. Ну вот, о чем я тебе и говорю. Он делает добор шаманства трех любых карт. И у него сразу рука пополняется. Жалко нашего песика, конечно. И карт у нас с тобой маловато. Да, началось, началось. Что мы можем с тобой здесь сделать? Ну, во-первых, я поставлю сюда крокодильчика. И мы можем с тобой... Кактус, я думаю, не надо пока его применять. Сейчас мы этого уничтожим с тобой. Раз, и крокодильчик еще добивает. Вот что мне нравится именно. Вот то, что он наносит урон, а потом еще и добивку делает. Так, и мы получим с тобой плюс 4 к здоровью. Курица смоется или нет? Нет, никуда она не смоется, ребята. Могилоед нам достался. Ага, вот что он делает. А ты, парень, не подумал, что ты зря так сделал, а? Ты об этом не подумал? Давай-ка мы, наверное, с тобой вот так вот бомбанем. И поставим еще сюда кактус, да? Не хотелось бы, конечно, но... Но я сделаю. Так уж и быть. Посмотрим. Так, ну этому зомби хана. Так, курицы, соответственно, тоже. Трындец. И у нас с тобой остался только могилоед, кукуруза и... Да. Тихо, 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 родные мои. Вы, я смотрю, давно не получали, да? Так, сейчас получите. С превеликим удовольствием. Давай, кукуруза, бомби. Ну что же, если он сейчас никого не поставит или не уничтожит, то он проиграл. Все, ребята, ему крышка.
Первый бой у нас прошел на ура. Но это только первый, еще 5 впереди. Давай умножение. Окей, 100 билетиков, и это очень круто. Кстати, неплохое растение тут разыгрывается. А вот теперь вопрос, кто будет следующим? Ёлки-палки, бессмертие! Ё-моё, она со своими летучими мышами сейчас меня просто одолеет. А я, знаешь что, я, наверное, вот такую вот руку себе и оставлю. У меня есть тут кактус. Вот стоит ли его выставлять? Стоит ли? Наверное, стоит. Хотя она может его уничтожить. Потерпим. Смотри-ка, тоже ничего не стало выставлять. Ладушки, продолжаем. Крокодильчик нам пригодится. Смотри, опять ничего не ставит, а? Выжидает, выжидает момента. Давай, выставляй надгробие. Я его с удовольствием уничтожу. Вот, значит, как, да? Хорошо. Мы его можем наказать, в принципе, с тобой. Вот таким образом. Поехали дальше. Ну давай, бессмертие. Не стесняйся. Груши. Слушай, ну вот это вот хорошо. Давай-ка мы с тобой вот так вот две штучки здесь поставим. Отлично. Надо же. Ага, смотри-ка, смотри-ка, что делает. Вытягивает карту. И этот прокачался немножечко. Ладно, все равно мы его уничтожим. И груша у нас еще одна остается. Так, 5 энергии. Опять началось 25, а? Ладно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, тихо, родной. У меня хватает, да, чтобы его уничтожить? Хватает. Поэтому давай попробуем. Так сделаем. И вот так. Как тусенка сюда ставить? Ну вот, честно говоря, не хочу. Давай-ка мы с тобой пропустим. Обменяемся ударами. Угу. Так, у меня есть амфибия. Смотри-ка, он ничего не стал ставить. А я тогда сделаю... Блин, уничтожит он, наверное, мне его. Хотя... Может быть и нет. Размещает бесенка беспилотника. Ай-яй-яй. 6 в лицо, еще здесь 2. 8. И у нас с тобой останется всего лишь 10 здоровья. Да еще и случайного зомби создает. Вот упыреныш. Но знаешь, что хорошо? Мы сейчас с тобой сделаем одну вещь. Мне хватает, да, его вызвать? Воу-воу-воу-воу, смотри, 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 началось. Твою ж налево. Если я поставлю сюда, да, в принципе, как вариант, ребята. Здесь, соответственно, тоже такой же появляется. Дублируем. То есть мы не получим с тобой урона, в то же время всех этих... А, вот этот выживет. Этот выживет. Печалька. Так, этот берет на себя весь урон пока, да? Ягода. Да тихо ты. Вот куда он тут прет, а? Скажи мне на милость. Куда вот он прет? В общем, будут у меня такие мысли, ребята. Я ставлю сюда крокодила. Это раз. Стоит ли кактус мне сюда выставлять? По идее, как бы надо, но я, наверное, сделаю... Блин, как лучше сделать-то? Хорошо, фиг с ним, ребят. Выставляю кактус сюда и амфибию на воду. Смотрим. Уничтожает. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, плохо. Мы с тобой лишились одного защитника. Наносит бонусную атаку. Это тоже плохо. Я скажу тебе больше, это очень плохо, потому что мы теряем защитника. Зарабатывает защита. Сейчас еще кактусенок у нас, конечно же, звезданет. Об этом тоже не стоит забывать. И уничтожит всех, да, даже этого. Потому что сейчас он бабахнет. И вот эти получат по урону. Еще и мина срабатывает. Ну, как ты видишь, у нас с тобой всего лишь 3 хп. Это ничтожно мало. А вот и началось, ребята. Вот они, надгробия. Я могу только одно уничтожить. И, наверное, я сделаю...
Давай вот это вот. Кто? Кто здесь у него? Щекотун был. А если я сделаю вот так и вот так? Посмотрим. И тут тоже, кстати, щекотун у него был. Так, у него 4 энергии. Ай-яй-яй, прокачку делает. И тут прокачку. Все карты бессмертия потратила. Ладно. Так, 2 в лицо. Ягода выживает пока еще. И 10 хп остается. Оу, кокосовый король. Это, ребят, все, крышка. Ты прикинь, да? Вот кто бы мог подумать, что вытащит он именно вот эту карту. Именно с этим дурацким чертовым клоуном, который бросает курицу. Честно говоря, халявная сейчас победа была у этой бессмертии. Давай-ка мы с тобой переиграем. Блин, вот если бы не было у нее заклинания вот этого, вытягивает она, короче, убивает растение, которое получило повреждение. Мы бы здесь давно бы уже порвали ее. Ну, ей же везет, как утопленнику. Так, давай-ка мы поменяем. Блин, да что ж такое-то? Могилоед. Он бы как бы нам пригодился на самом деле. Ладно, давай смотреть. Ход растений. Я ничего не буду вставлять, потому что у меня нету возможности. А он размещает летучих мышей. Ну вот где мой кактус, а? Вот скажи мне, пожалуйста, где мой кактус, который мне сейчас так нужен? Или любая магия? Нету. И мы с тобой начинаем получать урон. Опять же, я никого не могу поставить. А этот, смотри, что делает. Твою ж налево. Еще 3 в лицо, да, получаем, получается, так? Мы можем с тобой уничтожить. Лучше вот этого, конечно, ханорика забомбить. Поверь мне, это лишним не будет. 3 энергии, что я могу поставить? Да ничего. Опять ничего я не могу здесь влепить. Мне бы дождаться, когда виноградина появится. И тогда я вот этих всех ханориков уничтожу. Абсолютно всех. А в данный момент нам придется терпеть. Получать с тобой 6 в лицо. 11 хп у нас останется. Грустно на это все смотреть. Так, ну что, время ягодки нашей. Давай. Бамс. Доигрались, ребятушки. Так, а он смотри, что делает. Понижает мне атаку, ну и, соответственно, защиту. 5 энергии. Смотрим, ребят, внимательно. Ну, естественно, ну кого же еще он может здесь вызвать? Конечно же, этого ханурика. Поэтому мы с тобой делаем вот так вот. Наносим сюда. Опачки. Ну и потом ответка, конечно же, сразу последует. На тебе, гаденыш. Так, мне достался фонарь. Ну, от фонаря-то здесь, конечно, толку будет мало. Давай мы, наверное, с тобой поставим вот это вот дерево. Любую карту, которую он поставит сейчас. Ага, ты смотри, что творит. А я-то думал, мы подловим. Но, по крайней мере, если у нас с тобой появятся защитники, да, она уже вряд ли их уничтожит. Хотя, ты смотри, а. Причем не боится терять карты. Вот что самое удивительное. Пузырь. Ну, мы его, естественно, с тобой сохраняем. Мина, наконец-то мины мои пошли. Так, давай мы сделаем с тобой. Сюда поставим мину. А вот сюда поставим орех. Так, вытягиваем карту. Опачки. Шикарный орешек. Я думаю, что нам его надо поставить на воду. Потому что это водяной орех. Упс. Друзья мои, это непредвиденная ситуация. 6 в лицо, но это уже серьезная заявка. 6 в лицо. Как мы можем его с тобой заблокировать? Блин, ты посмотри, что создает случайного зомби. Это очень плохо. Ну, я могу, конечно, здесь кактусом прикрыться, да? Вот здесь вот. Или же... Слушай, он кактус может уничтожить мне, по большому счету. Да? Так, 4 и, например... 4, да? Это будет оптимально, я думаю. Или сюда все-таки нет. Да как же сделать-то лучше? Как же лучше сделать? Короче, сделаем с тобой вот таким вот образом. Нам нужно с тобой 3 энергии, да?
Короче, смотри. Перемещаем сюда орех. И ставим сюда фонарь. Поехали. У него есть заклинание, не забываем об этом. Так, он не стал ничего делать. И это, кстати, очень круто. Так, два в лицо. Так, остается 9 хп у бессмертия. Что-то все это мне очень не нравится. Я могу, конечно, спрятаться. Спрятаться я могу, в принципе. Давай, короче, с тобой сделаем вот так вот. Потом вот так, и все это дело прокачаем. Окей, посмотрим. Слушай, ну тогда, скорее всего, ребят, мы сейчас выиграем. Все растения минус один, минус один. Это не страшно. Вот эти только решаются атаки у нас с тобой. А, они не решаются, они не на земле были. Поэтому все отлично. Да, ребята. У нас только на земле. Вот, было здесь. Так что не критично. Ну, самое главное, что мы победили. И переходим дальше к профессору. И мне кажется, что у профессора сейчас будет какие-нибудь привилегии. Начнет с какой-нибудь картой. Ну, вот о чем я тебе и говорю. Слушай, а почему у меня так много амфибий? И этих... А, ну правильно, ребят, я подготавливался к совсем другому раскладу. Как ты думаешь, кто здесь сидит? Смотрю, профессор мозговая атака притащил с собой надгробие. Не люблю сюрпризы, тем более от зомби. Дейфа, как будто я этого люблю. Опа-на, 100% этот прокачается. 100%, если, конечно, успеет. Нет, не успеет. Ну, мне кажется, здесь танцовщица будет. А, нет. А здесь чувак, который наносит бонусную атаку. Тоже противный, конечно, чувак. Ягодку не могу поставить. Так, секунду. Ну, вот это, конечно, опаснее будет, поэтому... Пум-пум-пум-пум-пум. Вот так сделаем с тобой. Да, два в лицо опять получим, но, по крайней мере, вот этого чудика с кукушкой уничтожим. Вот тебе и ку-ку. Ты достал уже, а? Слушай-ка, две энергии, да, у него? Две энергии. Если я поставлю сюда ягоду, он уничтожит, как думаешь, или нет? Блин, вопрос интересный. Давай проверим просто с тобой. Ради интереса. Прокачивает, ты посмотри, он прокачивает этого ханорика. Ё-моё. Надо было ягодку сюда ставить. Чё-то я не подумал об этом. Нет, пока придержим. У нас с тобой опять остается 10 здоровья. Где моя виноградина? Ну почему ее не дают? И что мне вот здесь прикажешь делать? Ну ладно, этого я уничтожу. Этого тоже сможем уничтожить. Если он, конечно, сейчас что-нибудь не сделает. Наносит бонус на так вот. Представляешь, он прокачивает мне мою ягоду зачем-то. Да, смотри-ка, что он творит. Потратил все свои карты ради вот такого вот бонуса. Ну, это, парень, дело твое. Давай я вот сюда мину поставлю. Так, ну этого уничтожим, да? Вот теперь самое интересное начинается. Фруктовый микс. Опа, опа, опачки. Ты смотри, что он делает. Слушай, а по-моему, здесь, ребята, крантарики. Зря, кажется, да? Я поставил мину сюда наугад. Ой, зря я это сделал. Слушай, зачем мне микс? Мне нужно прикрываться. Верно? Верно. Поэтому будем с собой держать оборону. Поехали. Два в лицо. Так. О, шипастая лужайка. Ну вот кто у него там сидит? Не знаю, ребята, кто там у него сидит, но кто-то противный. Вот так вот сделаем. И... Куда хлопнет? В меня. Ну, дело твое. Конечно, жалко мину тратить вот на эту халабуду, на самом деле, да? Как тусенок выпал, смотрим дальше. Ага, вот как ты решил сделать.
Ё-моё. Ты все карты, парень, потратил свои. Ты в курсе, нет? Этот прокачивается. Ну что, будем тогда делать с тобой так. Сюда ставим шипастую лужайку. Сюда ставим. А сюда, наверное... Блин, как лучше. Давай так сделаем. Микс. Стоит ли нам тратить? Не знаю, ребят. Давай смотреть, кто, во-первых, здесь. Началось. Короче, опять по мне два урона, да? Упс. Хотя нет, ребят, все нормально. Так, наносим урон. И себе, правда, тоже наносим. И этого шипы уничтожает. Ну все, профессор Москотак остался без карт. А мы теперь с тобой короли этой площадки. Вот он что думает, что все так будет хорошо? Ну-ка давай. Да, нет, ну если вот такими, он, конечно, меня сейчас забомбит здесь. Нет, шар я никуда трогать не буду. Пузырь этот пускай остается, мы сейчас с этим разберемся. Отлично. Так, теперь вызовем, наверное, пенек с тобой. Наверняка надо вызывать пенек. Слушай, мне кажется, сейчас у него вот эти вот танцульки будут. Я не знаю, почему-то вот так кажется мне. Блин, у меня же жалко нету могилоеда. Ты смотри, что делает, а? Так, ладно. Сейчас мы столько урона навтыкаем. Так, следующую карту он берет. Я не знаю, кто. Опять надгробие, наверное, а? Ха-ха-ха. Ну, это терпимо, поверь мне. Это терпимо. Уничтожаем, плюс делаем прокачку. Слушай, да и по идее все, наверное, будет кранты. Да? Смотри. 4-3. Ну, защита сработает или... Нет, не успела. Ну, как-то так. Довольно неплохо мы его победили. И мы с тобой переходим на следующую битву. Кто у нас будет здесь? Супермозг. Еще тот типок. Особенно если он будет карты с кровожадностью вытягивать. Это, конечно, нам сразу будет с собой очень-очень больно и неприятно. Так, я, наверное, вот такие вот оставлю. У нас есть... Блин, она штука на земле ставится. Слушай, погоди. Придется мину, наверное, влепить сюда. Просто неохота получить 4 в лицо, ты понимаешь, да? А так, да, конечно, жалко тратить на какого-то ниндзю плешивого целую, извини меня, мину, которая наносит 6 урона. Ладушки, у нас с тобой есть... Смотри-ка, никого не стал выставлять. А давай-ка я песика вызову. А он размещает зомби-астронавта. Песик его, естественно, поймает сейчас. Поэтому тут тупо обмен получается. Таких песиков желательно побольше брать. Он очень хорош на начальной стадии игры. Ага. Ага. Нет, 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 парень. Слушай, надеюсь, не уничтожит он мне мою амфибию. Твою же налево. Смотри, он перемещает зомби, наносит бонусную атаку. То есть 6 урона мы с тобой, соответственно, сейчас схлопочем. Так, ну у меня есть крокодильчик для этого, да? Крокодильчик я поставлю сюда. Началось, короче, а. Опа-на, опа-на. Оу, друзья мои, это очень плохо. Это очень плохо. Ладно, одного мы с тобой подобьем. Но 4-то в лицо получим, как ни крути. Даже больше, чем 4. Нет, 4 все-таки, да? Так, теперь смотрим. 5 энергии. Кого он там будет выставлять? Надгробие плюс чудик, да, который... прокачивается, а у меня всего лишь ничего. У меня всего лишь ничего. То есть это чистой воды фейл выходит. Согласись. Я ставлю сюда орех. Блин, мне совсем немножко не хватает энергии. А у него еще этот чудило появился. Ну, это вообще сейчас не в тему, ребят. Все. Меня сейчас распишут здесь. Виноградину мне не дают. Это все, знаешь ли. Это не поможет. Где мои защитники? Где все мои карты? Ну, тут, что бы я ни делал, ребята, он меня все равно завалит. Как бы я тут ни старался. Понимаешь, да? Прочерк он пробивает насквозь, поэтому тут сразу мне крышка. Ну, я могу тебе сделать следующий вывод. Что он берет слабые карты.
Но много. И все карты практически работают на возвышенности. Берем с тобой, знаешь, кого сейчас? Капитана Огонька. Берем с тобой Капитана Огонька и... Сейчас я только гляну, что у него там. Да, у него все отлично, все хорошо. Я думаю, что мы справимся. Давай, Капитан Огонек, не подведи меня. Если подведешь, я больше тебя брать не буду. Шучу, ребята, конечно, буду брать его. Так, ну что я тебе могу сказать? Вроде бы как неплохо все, да? О, вообще великолепно. У нас есть с тобой переместить зомби. У нас есть с тобой первая атака. Да-да-да, этого ниндзю мы с тобой сразу, конечно же, уничтожим. Плюс есть пенек, если что, прикрыться. В принципе, я доволен. Так, он сейчас будет выставлять кого? Ух ты, блин, у меня нет столько энергии. Это жаль. Кочегар. Неужели нам придется с тобой задействовать пенек? Как неохота, если честно, ребята. Ну я... Блин, нет. Давай я вот сюда вот поставлю пень. Я знаю, что ты подумал, почему я не поставил его, не прикрылся. Ой, блин, ну энергии нету. Смотри, сейчас мы что с тобой будем делать? Блин, начинается все это... Опачки. Ну ты видишь, да, что вытворяет. Так, 2 плюс 2, поэтому мы с тобой сразу же сможем сделать... А у него что, еще 2 энергии остаются? У него еще остаются 2 энергии? Блин, он зомби-астронавта размещает. Так, 4 получим в лицо, этих мы с тобой чикнем. Ага. Так, 13 здоровья всего лишь у нас. Всего лишь 13 здоровья. Опять надгробие. Так, как же нам с тобой тут сделать? Я могу прикрыться, да? Вот от этого чудика. То есть первую атаку мы с тобой можем пережить. Даже можем, я бы сказал, атаковать даже. И если я, например, сделаю... Вот так. Может тут какая-нибудь карта, да? Которая может магию применять. Угу. Нет. Ну, в любом случае, пенек мы с тобой потеряем. Опачки. И что у нас тут? Окей. Пошел отсюда. Вот кого мне дали. Так, он поставил амфибию сюда. Как нам быть? Хорошо, давай так мы с тобой сделаем. Пускай нам наносит 1 единицу урона. Это терпимо. А вот кто здесь? Ну, здесь 2-2. Но он поставил кровожадность. Еще и карту вытянул, а? Да, вот это, конечно, немножко грустно. Как вот эту теперь уничтожить? Оу, нет, 6 энергии это мало. Так, опять надгробие вылезло. Давай я посмотрю, кто у нас здесь появится. Ну, хотя бы так. На ландшафте. Давай поставим сюда пенек с тобой. Ну, это хорошо, нам повезло, ребята. Ах ты, ушлепок, что он творит? Почему у него карты есть, а? На все, ребята, есть. Нам крышка, да? Слушай, ну, в принципе, капитан Огонек тоже неплохо себя проявил, но чего-то нам не хватило. Чего не хватило, я пока не могу понять. Он, видишь, он юлит, он перемещает растения туда-сюда, туда-сюда. Давай попробуем тогда сыграть за нашего ореха. Орех в доспехах. Ну, на крайний случай мы можем с тобой, если что, надеть доспехи, если нам, конечно, не достанутся. Вот, здесь кукуруза есть, это уже радует. Так, кукуруза у нас сразу же наносит урон, верно? Верно. Вот таким вот шитиком. Хотя здесь можно и мину влепить. Так будет даже эффективнее. Поехали. Бомбанули. Отлично. Так, сейчас будет у нас, по-моему, кукуруза выступать. Ага. Сколько ты наносишь? 1-1. Но это опять же если сверху. А нам это нужно сделать. Так, и мы можем с тобой еще применить шаманство. Это на всякий случай.
Опачки, хороший цветочек нам выпал. Ну что, обменяемся ударами. Отлично. Кактус. Ага. Кактус как раз здесь зайдет. Ой, как зайдет кактусенок нам. Смотри-ка, что мы с тобой сделаем. Я поставлю его сюда. А вот этого я перемещу сюда. Я не знаю, кто здесь будет. Ну, чтобы наша кукуруза выжила. Окей. Перемещай. Да ёпарасете, ну ты посмотри, а. Я там совсем на другое рассчитывал, если честно. А он взял его и перевел в последний момент. Так, о, кстати, неплохо, что так выпало. Ну что? Что, давай, наверное, сделаем с тобой вот так. Карту вытянем еще. Ага. Поехали. Вытягивает две карты. То есть пужанулся, да? Ну ладно, парень. А вот у нас и доспехи. Доспехи мы пока с тобой тратить не будем. Ну незачем просто-напросто. Так, у него 4 карты. У нас немножко побольше. Плюс у нас еще есть с тобой отхил. Опа. Курица не будет сматываться, что ли? Странно. Так, зомби здесь поблизости получает минус 2. Затем уничтожает всех зомби с нолем. Такая хорошая карта. Но я сделаю немножко по-другому. Орех поставим сюда. И поставим сюда вот с тобой мину. Давай-ка глянем, что он там. Опять с прочерком, да? О, это даже лучше будет, ребята. Это будет даже лучше. Так. Курица выживет. Хм. А вот, друзья мои, и защитничек уже на подходе. Так, навызывал туда, навызывал кучу всего. И сейчас еще кого-нибудь поставить, будем с тобой делать защиту. Да, будем с тобой делать защиту. Поехали. Я от этого ничего не потеряю, а вот он, скорее всего, получает сейчас будь здоров. Еще, наверное, можно было бы так, хотя вот так я сделаю. Поехали, посмотрим, кто здесь. Ну все, этим голу... А, перемещает. Ладно. Так, у нас с тобой защита, как ты видишь. Курица, крышка. В общем, выжили мы с тобой здесь. Давай теперь понижать атаку, да, всем этим зомбарям. Вот так делаем. Окей. И применяем с тобой атаку. Такой мелкий стоит там. Отлично. Кактусенка бы меня вот как-то активировать, чтобы амфибию уничтожить. Было бы вообще шикарно. Так, сейчас защита должна у нас с тобой сработать. Орех. Так, я этот орех не могу. Слушай, ну сюда нету смысла, да, ставить? Потому что он не будет у нас наносить урон, этот орех. Вот, семечко, это другое дело. Ну что же. Ой, кокосовый король, друзья мои. Не-не-не-не-не-не-не. Это не поможет. Так, смотри. Перемещаем с тобой растения, да? И перемещать надо вот сюда. Окей. Дальше. Блин, дальше, дальше, дальше. Дальше вот так сделаем. Вот, совсем другое дело. Ну. Так, уничтожаем. Вот эту тоже. Так, естественно, это зомби подбиваем. И 3 в лицо. Остается 3 хп всего лишь отнять у этого супермозга, ему крышка. И здесь нам с тобой кто поможет? Защитник, ребята. Конечно же, защитник. Сейчас, наверное, пробьем. Проверка. Опа. Что там делает? Уничтожает растение 5 или больше. Но это тебе крышка, парень, ты в курсе, нет? Тебе же крышка. Все, 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 все. Иди отсюда. Супермозг. Да игрался он, как говорится. Ну, а мы с собой продолжаем играть.
Кто бы мог подумать, что орешек в доспехах вот такой вот мастерский чувачок. Так, а у нас с собой последняя миссия, поэтому я, наверное, мы берем здесь кого? Естественно, бабаха. Бабах неплохо себя показал против профессора мозг атаки. Надеюсь, в этот раз тоже все получится. Конечно же, привилегия. Ну куда же без нее? М? А мне не дадут сейчас ничего, да, путевого? Мне путевого ничего не достается. Шипастый лужек, но это на второй ход. Мина есть. Профессору нравился бассейн. Он начинает игру с надувной акулой и плюс 10 единиц здоровья. А мне больше боулинг нравится. С какой надувной акулой? Я не понял, вот это он имеет в виду надувная акула, что ли? Нет, парень, извини, но будешь в бильярд свой играть день игру вместе. Твою же налево, блин. Ну ты смотри, что творит, а подтанцовщиков он тут вызволил. Плохо это все, конечно, плохо. Ну что, мы с тобой выставляем, значит, шипастую лужайку сюда. Ага, смотри, что творит. Хотелось бы посмотреть. О, шикарненько. Мы ее уничтожим. Тут, правда, получим урон. Пузырь нам некуда с тобой активировать. И 16 здоровья остается. А вот теперь пора, по-моему. Угу. Вот так ты делаешь, да? Вот так ты делаешь. Блин, ягоду уничтожит, как думаешь, или нет? Нет, не уничтожает. Ну что же, хорошо, ягодка, по крайней мере, нас прикрыла. У нас с тобой 14 хп, а у него 30. У него 30 здоровья. И вот теперь думай. Либо нам делать с тобой вот так и вот так. Зомби наносит бонусную атаку. Так, еще что ли бонусную атаку? Она наносит 2 единицы урона. Тратит картишки, парень, тратит. Ладно, у нас сейчас все равно защита. Слушай, я могу вот так вот сделать. Да-да, немножко прокачать. 3 карты, еще у нас одна ягода. Ха-ха, это ты хорошо поставил. Кто там, интересно, у него сидел? Понял, вопрос исчерпан. Ну, а вот этого надо, ребят, конечно же, уничтожать. Ему здесь не рады. Я так лично точно не рад. Пумс. Опачки. Так, этого зомби тоже убиваем. Карты у нас маловато, но у него тоже не очень много. Так, началось, да? Но если я поставлю сюда орех. Король. Давай глянем, кто тут. Опа. Короче, одних заклинаний себе набрал. Целую руку. И довольный такой сидит. Так, могилоед вовремя. Нет, парень, так дело не пойдет. Ну что, нам, наверное, надо сделать следующим образом. Мы поставим сюда ягоду, а этого шитика уничтожим. И я просто думаю, что у него эта карта добора. Но нифига, он пока еще ее не активирует. Значит, там что-то другое. А вот что, пока не знаю. У меня уже 2 могилоеда. Так, берет энергию. И выставит он эту карту или нет? Ничего подобного. Ничего подобного он не стал делать. Хм. Так, или нам... А почему я не могу, интересно, эволюцию сделать? Хм, странно. Хорошо, давай. Так, этот минус, 4 в лицо. И здесь тоже мы с тобой уничтожаем этого зомби. 8-4. Так, вот это классно придумал. Как раз вовремя. Кто там? Все, я понял, вопросов нет. Теперь делаем с тобой вот так. И поехали дальше. Ха, все, ничего больше не может сделать.
защита и что там? Добор? Ну, конечно же. Конечно, ребята, у него будет добор. Я почему-то нисколько не сомневался, что именно эта карта ему выпадет. Ну что, продержимся как-нибудь. 7 в лицо все-таки нужно дать. И все, ребят. Опа, опа, опа. Так, слушай-ка. Ну, если я, например, вот это вот шлепну. Гаргантюа, я угадал, друзья мои. Так бы было бы жестко, на самом деле. И поставим еще вот этого малыша сюда. Кстати, я могу еще прикрыться, да? Могу. Вот сюда, поставим с тобой. Ага. Как бы она мне не особо здесь нужна. Ой-ой-ой-ой-ой. Но мы все равно уничтожим. Потому что он уничтожит мне орех. А моя ягода, естественно, его бомбанет. А, все. Даже вот так вот, ребят. Шикарно. А я уже планы на будущее там ставил себе. Ягода уничтожит. Вот, мы уже его разобрали. Как-то быстро. Быстро у нас проходят с вами миссии. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, что у нас больше не будет. И мы с вами будем во что-то другое играть. Так что, друзья мои, атака безумного рестлера нас ожидает уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.